он имеет официальное название Etihad Stadium, но в международных матчах, в важных матчах рекламные названия запрещены, поэтому официально... Как же она чувствует? Я даже страшно, я скажу, при всем моей, при всей ненависти к этому игроку, я про Винисиуса, даже у Винисиуса больше в этом плане. Хороший вынос, порой отличный пас, что и происходит сейчас. Коэффициент как раз таки лидера, чем у Холланда. Сразу, но Биллингем все-таки отдает Вальверде, Винисиус штрафной, прострел, и Родриго гол! Офсайд был изначально. Не, гол, красавец, молодец. Прям, причем Эдерсон отбил. Мне показалось, что в первом эпизоде был гол, когда изначально на Винисиуса шла передача, офсайд был. Посмотрим, сейчас был или нет. Но Эдерсону вообще не помогли. Не было ли там офсайда в матче? Вот. Не, нету. Волкер задержался. Чистейший гол. Волкер один задержался. Прострел. Один на один играет с Родриго. И не вытягивает. Да, Волкер ошибка. Ошибка чистейшая. Вот мы хвалили Волкера. И надо признавать, чистейшая ошибка Волкера. Он поломал линию офсайда. Один остался. Он оставался, причем для того, чтобы перекрыть Родри. Он не перекрыл передачу на Родри. Он не успел встать на ноги, отреагировать на отбор. Он полностью провалил. Вратарь сделал все, что в его силах. Красивый гол с персональной ошибкой. Как бы Сити не пытался играть в футбол, к сожалению, против Реала играть в футбол нельзя. Нельзя играть против Реала в футбол. Реал не играет в футбол. Реал выходит играть от соперника. Кто бы это ни был, Мальорка или Сити. От соперника, от его слабых сторон. Точнее, от его сильных сторон. Если у Сити сильная сторона владения, атака, то спокойно отдаем им мяч, заставляем их подниматься, сажаемся, садимся и заставляем оголять спину. И играем на контрах. Навесы 19 у Сити, 2 у Реала. То есть Сити 60% владел, не мог никак пройти сидящую команду и 19 нахуй раз навес навесил. Но мы понимаем, что 19 навесов, потому что 9 угловых, там 9 еще там с угловых, да, ну 10 с игры еще они навесили. Но это же все от безысходности, это не план на игру, это просто план на игру за первый тайм не сработал. И люди, которые даже в Польше играют на варшавских серваках, во время перегруза... Ебать нахуй, блядь, слава богу, ебаный твой рот, Доку сделал гол, сосать хейтеры, чё, кто пиздел на Доку, Юрий гений просто, человек с чата, блядь, предугадал, что будет, слава богу, но это невозможно смотреть, ну это пиздец, блядь, 70 минут, 11 рыл, блядь, сидит, не то что, блядь, в защите, а не в штрафной, блядь, сидеть. 11 рыл, ебать! Охраняют 1-0. Ну это что нахуй такое? Ради чего? Ради победы. Оно того стоит. Доку красавчик. Ну кто? Кто? Рюдигер засрал. Да, Рюдигер обосрался. Ну удар шикарный, не берущийся. Ну и Лунин, будем откровенны. Отвернулся от удара. Лунин отвернулся от удара, да. Ну тут не берется. Не берется. Красавцы. Молодцы. Лунин бы и смотрел трансляцию Матч ТВ. Альварес. Ну за Альвареса мы переживаем. За Лунина тоже переживаем. За украинского футболиста. Ну за Альвареса тоже в смысле. Андрея Лунина. Аргентинец. Поехали. Давай, давай, делай. 1-0 Сити. Лунин полетел. Хороший удар. Обманул вратаря. Еще раз хочу посмотреть, как Лунин прыгал. Он просто, ему похуй на бьющего. Он от себя прыгает. Да, он от себя прыгает. Я думаю, Модрич все-таки первый. Модрич, конечно, Модрич. Самый опытный. И если он промахнется... Бронзовый призер. Хотя Модрич в такие моменты не промахивается. Модрич глыба, конечно. Ему нельзя тут промахиваться. Ух, берет Эдерсон, ебаный. Дальние нервы Луки Модрича на его лице. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Трепещит или... Так нельзя. У него что-то там внутри. Красавец Эдерсон. Всегда одинаковый. Практически. Красавец. Ну так нельзя бить. Бернардо, будущий игрок Барселоны. Ебаный рот.
Как прочитал, нахуй! Бернарду Силва! Ебать! Браво, Лунин! Он прочитал, ему кто-то сказал, он посмотрел в сторону бровки, ему кто-то сказал, стой. Вы видели когда-нибудь такое в четвертьфинале? Но нечто подобное видели в четвертьфинале. Он реально реагировал, ебать. А здесь-то? Ну давай, Беллингем. Так, это что-то новое. Показал максимальные понты, а за ними... Уверен. А за ними уверенность, красиво. Молодец, хорош. У Ковачича очень сильный удар. Очень сильный. Решит ли он сейчас прошить вратаря? И тащит Лунин! Какой, блядь, гений. Тибо Куртуа, ты видишь это? Они не рискуют, вы понимаете? Смотри, они бьют низом снова. Они Тибо боятся промахнуться. У Ковачича сумасшедший удар. И очень хорошо смотри, кидает он по девяткам, под перекладину. Знаете, что с ними сейчас происходит? А вот сейчас, Лукас, конечно, Васкес. Интересно. Лукас Васкес. Этот может насрать. Смотрим. Васкес. И вот Реал впереди. Все три и в одну сторону. Все три в одну сторону. И по два удара остается. Показывают Кахонес. А может быть. Фоден? Это Фил Фоден. Бля, только не это низом. Очень высокий Фил вратарь. Фоден. Ему нельзя низом бить, но он достает эти мячи. 3-2. Лучший. Красавчик. Ну, по итогу. Ну, как и первый удар был нанесен. Так-то... Притирку со штангой на средней высоте. Хотя бы на средней высоте. Но нельзя ему низом бить. 2-2. Плохой удар, на самом деле. Такие смотрим. Смотрим. Четвертый туда же? Нет. Уверенно, капитан. Эдерсон проигрывает капитан. В борьбе менталки. Улыбнитесь, три раза ему били капитан. В одну сторону. Один раз он попал. Два раза в другую сторону. Улыбнитесь. И на этот раз он решил или все-таки себе изменить. Надо было продолжать прыгать влево. Бороду, начо. Ебать. Ну не, ну Гвардиола просто гений. Чтобы Эдерсон пошел. Ставлю все, что удар, это удар в девятку. В это удар в девятку. Эдерсон забивает. Бля, посмотрите, как бьет вратарь дело. Нахуй. Ковачич, посмотри, как бьет вратарь. Ну, теперь надо брать. Посмотри. Очень хорошо. А причем Лунин снова угадал. Лунин снова угадал, но мяч был прям нет, очень сильно. И прям в притирку, да. Удар. Очень сильный но удар. Дотянул. Сколько же... Бля, сколько же нервов сейчас. Что сейчас в душе Карла Анчелотти? Рюдигер. Забил! Мадрид! Попал, красавец. Мадрид! Молодцы, Мадрид! Хорош. Мадрид! Рюдигер, Рюдигер говорю. Мадрид! Эдерсон угадал, но Мадрид! Здесь было не достать. Манчестер Сити! В притирку прям в штангу. Прошлого сезона и... Не, тут не Рюдигера надо обнимать. Тут надо идти обнимать Лунина. Лунин вытащил. Не, кто бы что ни говорил, в том числе меня. Эта команда умеет побеждать. Несмотря на... Вообще, несмотря ни на что. Да, они выстояли 120 минут, по сути, в защите. Они сидели 11 человек чуть ли не в своей штрафной. Да, да. И что? Ну и что нахуй? Они в полуфинале. Для них это важно. Они это делают раз за разом, сезон за сезоном. Огромные молодцы. Счет останется, игра забудется. Да, это не футбол, но... Константин Генич, спасибо командам... Что мы помним на сегодняшний день? Мы помним 3 ЛЧ, правильно? А как они добывались? Уже не помнится. Хотя бы под конец мы получили чуть-чуть футбольщика. Да, с пенальти, но хотя бы чуть-чуть. Все, заканчиваем. Спасибо, парни. Тем, кто был, поздравляю всех фанатов Реала, а их тут немало. Лунин Чиназис сюда, все правильно, сюда. Так, Лунин, так, Лунин, Силва проиграл, да, Бавария, ПСЖ финал. Да, я думаю, Боруссия легчайшая, ПСЖ Реал финал. Не, Реал не пройдет, Бавария, вы чего? Мы будем, конечно, это смотреть в прямом эфире, там без вариантов, там Кейн, вы че, ОМОН. Лунин красавич. А это ты Лунтик. Ты Лунин, ты два раза так исправить пытался, да, Рузбек? Хорошее исправление. Все, поздравляю еще всех фанатов.
Жду вас уже в эти выходные на El Clásico. На этом заканчиваем. Берегите себя. Еще услышимся. Пока. Футбол сосет.